Когда за уборку берутся студенты экономического, субботник приобретает особый порядок. Так было с пространством, что в границах улиц Советской армии и Блюхера, который из-за соседства с СГЭО получил название «Сквер экономистов». На самом деле, я хочу сказать, что я очень рада, во-первых, что я здесь оказалась. Во-вторых, я всегда помогаю своему университету, даже если меня об этом не просят. Мы помогаем восстановить нашему городу окружающую среду, как-то отойти от зимнего времени года, прибираем территорию. Всероссийский субботник в сквере экономистов собрал не только студентов, но и несколько десятков жителей советского района. Убраться, навести порядок для того, чтобы встретить майские праздники с хорошим настроением. Ну и, безусловно, не могли не присоединиться администрация района в лице главы администрации, в лице депутатского корпуса. Мы совместно со студентами Самарского государственного экономического университета участвуем в субботнике в сквере с таким символичным названием «Сквер экономистов». Это такое у нас интересное место, пересечение улиц Советской армии Блюхера. Напротив у нас находится университет непосредственно. Территория интересная, большая. На будущее сквера экономистов смогут повлиять жители Самары. Это общественное пространство может быть благоустроено в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая этого года на платформе 63.городсреда.ру. Ольга Хамракулова, Сергей Баскин. События.